Доброе утро, друзья! Меня зовут Ира, и это 14-й день утренней растяжки из 30 на моем канале. Сегодняшняя растяжка будет посвящена спине. Итак, мы начинаем сегодняшнюю зарядку. Наклоны головы вправо и влево. Очень аккуратно. Нежная мышца. Вперед-назад. Круговые движения головой сначала в одну сторону, пару повторений. Остановились и поменяли направление движения в обратную. Сейчас мы с вами растем и выдыхаем. Еще раз. Наверх, вниз. И становимся в позу дерева. У нас ноги слегка согнуты в коленях, спина обязательно должна быть прямой. Мы для этого только что росли, чтобы в этой позе мы сейчас хорошо, правильно встали. У нас руки направлены вверх, ноги слегка согнуты в коленях и корпус слегка наклонен вперед. Руки – это продолжение нашей спины. Стоим. Подняли таз, опустили корпус, расслабились. Еще раз. Наверх растем, руки спустились, я считаю до 5, 4, 3, 2, 1, расслабились, опустились, и еще раз, растем, наверх, встали, давим в пяточки, ягодицы напряжены, спинка ровная, натянутая, отлично, спускаемся на коврик, садимся на ноги, и руки максимально вытягиваем наверх. У нас колени и носочки вместе. Тянутся здесь мышцы спины. Вы наверняка их сейчас чувствуете. Делаем 5 пружинок головой, давя вниз. Медленно, мягко и аккуратно. Хорошо. Встаем. Руки под плечами, колени под тазобедренным суставом. И делаем 10 кошка-корова. Поехали. Выгнулись максимально. Макушка тянется вверх. Скрутились. Как будто вас цепью за живот тянут наверх. Это 2. Закрываем глаза. И получаем удовольствие от процесса. Хорошо, дышим. Выполняем все движения качественно. Округлили спинку, натянулись. Хорошо, продолжаем. Это у нас 6-е повторение. Последний раз. Раз. Два. Отсюда из планки уходим в позу собаки мордой вниз. Спина натягивается. Растягивается здесь плечевой пояс и задняя поверхность бедра. И давим. Обязательно давим, раскачиваемся. Один. И давим головой вперед. Растягиваем дополнительно мышцы спины. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Садимся на ягодицы. Ноги выравниваем перед собой. Правая ножка идет за внешнюю сторону левой. Левая рука упирается в колено правой ноги. Спина у нас натянута, и мы давим левой рукой в правую ногу и разворачиваем при этом корпус в противоположную сторону. Спина у нас натянута, никаких вот таких округлений быть не должно. И стараемся заглянуть себе за правое плечо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ой, как хорошо!
Это мое любимое упражнение. Теперь на другую сторону все то же самое выполняем. Левая нога шагает за правую, правая рука упирается в левое колено, натягиваем спинку и разворачиваемся в противоположную сторону. Стараемся взгляд направить за левое плечо. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Держите спину. 4, 3, 2, 1. Закончили. Уходим отсюда в позу ребенка. У нас носочки вместе, колени врозь. Шагаем как можно дальше от себя. Помните, как мы выполняли в начале, только здесь у нас колени идут широко. Голова упирается в коврик. Стоим в этом положении 10 секунд. Настраиваемся на хороший, бодрый день, продуктивный. Дышим. Если вы не чувствуете растяжение пальчиками, вот так вот, аккуратненько зашагните чуть-чуть дальше от своего корпуса. И натянутые, как струнка, стоим в этом положении. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, высокая планка. И уходим в позу собаки, мордой вниз опять. Давим, как в прошлый раз, 5 раз. Растягиваем мышцы спины. 3, 4, 5. Теперь мы ложимся на спину. Правая нога через корпус уходит влево. Правая рука уходит в сторону. Левая рука зажимает правую ногу и давит его вниз. При этом стараемся лопатки не отрывать от пола. 10, 9. Закрывай глаза. Чувствуй, как твое тело тянется, как ему сейчас хорошо. 5, 4, 3, 2, 1. И поменяли сторону. Как же хорошо! Тебе хорошо? Напиши мне в комментариях, тебе хорошо после наших утренних зарядочек? Левая нога уходит вправо. Взгляд направлен влево. Правая рука давит на колено и стоит. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Становимся на колени и делаем таких 5 вращений. Как кошка-корова. Только вращение в животе происходит. Раз, собрали живот, расслабили, прогнулись. И в другую сторону. Два, провалились в спине. 3, 4, 5. Хорошо. Поза собаки мордой вниз, это у нас последняя собака на сегодня. Здесь мы переминаемся ногами. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Здорово. 3, 2, 1. Аккуратно шагаем руками к ногам. Приподнялись, натянули спину. Ноги прямые, опустились, расслабились. Приподнялись, спина ровная, натянутая. Расслабились. Теперь аккуратно позвонок за позвонком мы поднимаемся, говорим себе «Доброе утро!». Ставим лайк этой утренней растяжке и подписываемся на мой канал. Твоя Синдерина 1. До завтра!